Приветствую вас, горгониты. Я почти лучник. Да, это из фильма «Солдатики», если что. В общем, короче, у нас ситуация. Я думаю, что пора нам атаковаться. Пробовать выживать. И для этого я выведу всех своих воинов на передовую, поставлю во вторую группу моих замечательных рабочих, которые будут собирать еду, если ее насыпет этот козел. И мы начинаем, нажимаем. Я еще, знаете, что сделал? Я еще, вот смотри, что прокачал. Ослабление. Ослабление — это хрень, которая позволяет после того, как записали мои плевунчики, получать гадам еще 40% урона на протяжении полутора секунд. Так что это прекрасно. Мы начинаем второе испытание формикария. Нахрен перде. Колония заметно продвинулась. Думаю, пришло время приступить ко второй фазе эксперимента. Согласен, я подготовлю кормовые колонии. Жоп свою подготовь к моим муравьям. Скоро они к тебе заползут ночью, не переживай. Для разминки начнем с чего-то им знакомого. Выпусти 20 муравьев фармика Фуска. Колония Фуска присоединена. Муравьи уже переползают. Вот они, гады ползучие, вот они. Сейчас будете отхватывать, товарищи муравьишки. Сейчас вам тут нормально прилетит. Мы вас уже встречаем. Заходи по одному. Вот они, гады. Мочи, козлов. Вот так, хорошо пошло, хорошо. Вижу, они не утратили свои силы. Теперь попробуем муравьев фармика Руфа. Фармика Руфа куда более агрессивная. Нашим муравьишкам придется постараться. Выпускаю 20 муравьев Руфа. Вот эти гады, Руфы, смотрите. А этот такой жирненький, много жрет бигмаков, я чувствую. Спуститься и сразиться? Давайте, получайте. Ой, судя по ХП, мы побеждаем. И наши даже никого не теряют, да? 73 еды остались. На поверхность упали семена еды. Берем, пацаны, вперед. Я знатно подготовился на этот раз. У меня тут все схвачено. И снова наши выдержали победу. Хорошо, продолжай эксперименты в том же духе, но не переусердствуй. Естественно, с моей стороны это было бы безответственно. Да, как будто ты охрененно ответственный. Забирайте хавчик, пацаны. Выпускаю 40 муравьев Руфа. Да, выпускай. Так, рабочие на базу. 40 муравьев Руфа к нам уже направляются. И мы сейчас будем побеждать их полностью. Давайте, пацаны, встречайте гадов. Вот они пришли. И сразу им прилетает в лицо. А что вы делаете-то? Что они делают? Вы два дебила. Вы должны... А, вон, тот же. О, их тут немало, слушайте. Было. Ну, а уже как бы сплыло, да. Превосходная защита. Ну, давай, что у тебя там еще есть в закромах? Выпускай, мы выдержим все, что есть. Увеличим до 50 муравьев Руфа. 50 муравьев Руфа устремляются к нашей колонии. Я даже выходить не буду, потому что можно выйти и пропустить с какого-нибудь другого угла муравьишек. Поэтому мы остаемся на базе. Мы будем их принимать здесь, прямо на входе. Говнюки вошли. Атакуем. Хорошо идет. Еда не кончается. Значит, мы никого не теряем. Так что, по-моему, отлично все. Пока. Пока. Но это 50 муравьев, понимаете? И входят они по одному. У меня аж даже анимация, смотрите, пропадает плевунчиков, видимо, когда альт нажимаю. Отлично, отлично. Стоит ли вмешаться в ход вещей и помогать колонии? Быть может. О, еда. Но я сегодня добрый. Быстрее, мои маленькие муравьи, собирайте семена. Я бегу. Бегу. Рабочие, вы где там? Бегите уже за едой. Теперь посмотрим, как они справятся со вторжением Руфа и Фуска. Начнем с 30 особей каждого вида. Итого 60 мудаков идут к нам. Ну ладно, рабочие пускай собирают или уже не пускай. Так, смотрите-ка. Сейчас рабочие потерпят небольшую неудачу. Ребята, не сражаться. Уже вошли, да? Ну, получайте свое, получайте. Ох, смотрите, сколько их тут набежало-то. Ах, вы засранцы. Я понимаю, товарищи, что это уникальный геймплей, потому что мы их просто давим на входе. Изумительная победа, сразу на двух фронтах. Ну, я бы сказал, на одном, потому что я умный, а ты нет. Давайте-ка отойдем чуть подальше. Возможно, в этот раз стоит попробовать сразу три колонии. Выпускаю по 30 особей Руфа, Фука и Рептор. О. Красные идут. Ну давайте, заходите, чё вы, не стесняйтесь. Ребята, атакуем.
Вся надежда на поливалок на моих. Они должны их задавить здесь, на входе. Мы терпим небольшие потери. Смотрите, еда уменьшается. Но пока в целом все неплохо. Хотя они тоже, видите, у них тоже есть поливунчики. Чертовы ублюдки. Давайте, ребята, мы круче поливать должны. У них тоже третьего уровня есть. Смотрите, вот это прикол. И еда кончилась, да? Три еды осталось. Давай скидывай мне еду, козел. Вот она моя еда, еда моей мечты. Давайте, пацаны, рабочие, быстро за едой. Отлично, отлично. Небольшая помощь перед грядущим. Быстрее соберите их. Быстрее, быстрее. Долбанный психопат. Чтоб тебя эти муравьи закусали ночью за яйца прям. Давайте, ребята, без еды мы сдохнем. Ой, не, пардон, не то нажал. Назад, назад, назад. Интересно, справятся ли они с непрерывным потоком противников из трех колоний сразу? Я не уверен, на самом деле, в этом. Но еда у нас уже есть. И я очень надеюсь, что мы справимся, поэтому стоим прямо у входа. Как только они заходят, пускай отхватывают. Давайте, пацаны. Давайте, атакуйте их. Отлично, этих сожрали. Еда вроде бы пока есть. Вы хорошо справились. Чё? Мои отважные, что я вижу? В бой вступает гигантский жук-скакун, который только что сдох. А как ты мне его, прости, заспавнил, падла, прямо внизу? О, здрасте. Я понял. Вот он прям наслаждается этим, да? Урод какой-то прям. Ой, еще один, и еще один. Ой, нет, их три. Козел. Давай, мы выживем, мы все вытерпим. Наша колония топчик. 135 хп, говорю. Еды еще имеется, так что, может быть, и затащим. Но это опасное дерьмо, да. Смотрите, они даже не кончаются, эти гады. И, кстати, рабочие, муху сожрите. Там их две, кстати. Будем использовать их оружие против их. Них. Всех. Там еще два кусочка еды валяются на карте, но мы до них уже пока не доберемся. Нормально, мухи очень питательные. Смотрите, носят мои рабочие спокойненько еду. И все у нас в этом мире замечательно. Наши ряды не редеют. Все хорошо, они входят по одному и отхватывают. Это прекрасно. Мы их всех победим. Ой, а что там за фигня? Твою мать. Вы молодцы, мои маленькие. Ну что это, 1, 2, 3? Так, назад. 10 пауков-волков. Они сейчас сожрут мою королевну. Ребята, назад. Они королеву кусают. Черт, из-за того, что эти козлы непрерывно идут, они оттащили моих муравьев и мою королеву жрут. Ребята, пожалуйста, назад, я вас прошу. Да, да, королева опасности, возможно, мне стоит прервать эксперимент. Возможно, тебе стоит этих пауков себе в трусы засунуть было, а не сюда. Так, у королевы хп маловато, конечно, но ее вроде пока не кусают. Я не могу понять, хотя я могу понять. Ну-ка, ребята, не атакуйте. Не атакуйте, давайте, назад, назад, назад. Во-во-во, пошли. Ой, ее съели. Что происходит? Что случилось с королевой? Сдохла королева. Я понял, мы должны стоять у королевы. Все, не вопрос вообще. А что я не могу поставить? Так, все, муравьишки здесь. Вот у королевы собираемся. Даже, наверное, перед королевой. Я примерно помню, когда начнется это хаос, поэтому мы начинаем еще раз. И я вернусь к вам, товарищи, когда этот придурок уронит пауков. Вот так вот. Пока что меня особо ничего не парит. Да. Мы, наверное, пока встанем на входе, как в прошлый раз. А эти ребята не атакуйте. Вы еду не собирайте. Все хорошо. Все, я готов к сражению, ребята. Увидимся, когда этот урод уронит пауков. Ну что, товарищи, непрерывный поток муравьев пошел. Я тут еды собрал. Все, теперь все возвращаются на исходную. Будем сражаться прямо у мамки. Чуть вот где-то вот здесь, вот как я их и поставил. Это нормальное место. И я думаю, что мы справимся. Надеюсь, по крайней мере. Вон муха приперлась. Сейчас тоже будет отхватывать. Главное не отходить от королевы, а то это все хреново кончится. Так, мы терпим небольшие потери, но вроде бы все более-менее нормально. Давайте, ребята, давайте. Я знаю, что у нас получится. Так, а что если плевунь... Ой, как у меня быстро умирают. О, ребята, вот это их там накопилось. По-моему, я совершил ошибку. Надо королевнем. Королевне всем срочно! Еда-то сейчас кончится. Еда-то, у меня 39 уже муравьев. Ой, а походу я сейчас раньше сольюсь. Так, как можно исправить ситуацию? Интересно. Может быть, тогда мне стоит оставлять вот этих плевунов здесь, а все остальные бросать, всех остальных бросать на передовую? Они вроде бы быстро уничтожают пауков, насколько я помню.
Да, наверное, надо так и сделать. Отправлю рабочих, может быть, они успеют муху съесть. Но да, тут из-за того, что мухи прибежали прям вот к нам под жопу. Все, 8:19 осталось, вот пауки пришли. С пауками тут особо как бы ничего не сделать. Теперь. В этот раз попробуем тактику. Сначала стоим на входе, затем все муравьи. Вот это мы, наверное, вот так сделаем. Не атакуем. А вот эти, это у нас будут вот эти муравьи. Они будут стоять чуть дальше, где-то здесь. А с самого входа будут стоять солдаты. Таким образом, я смогу чисто теоретически отвести плевунов отсюда, когда на нас наломятся пауки. И, может быть, даже прокатит. Проверим. Если не прокатит, можно, в принципе, будет разделить потом солдат на два вида. И, может быть, это прокатит. Посмотрим. Но, в любом случае, плевуны, они очень хорошо сдерживают... вот большое нападение именно из дырочки. А учитывая, что у нас одна дырочка, глушить их надо именно здесь. Ну, в общем, короче, тактика ясна и понятна, будем пробовать. Вернусь к вам, когда пойдут пауканы. Или мухи. Ну вот и все, товарищи, пошел непрерывный поток. И мы ждем пауканов. Отряд с плевунами уже наготове, но мне кажется, 30-ки тогда не хватит. Но я буду надеяться, что хватит. Понеслась. Вот и муха первая пришла. Так, первая пошла. Давай еще двоих. Я знаю, что они у тебя там где-то есть. Так, ребята, идите разделывайте ее, пока есть возможность. Еда нам очень пригодится сейчас. А где остальные-то жуки? А, они тут. Господи боже, они у меня перед глазами, а я не вижу, представляете? Смотрю на карту. Все, жду пауков, понимаете, жду пауков. Ребята, вы еду носите? Носите. Замечательно. Носите ее, носите. Как только появятся пауки, я отзову своих плевунов. И они будут встречать их у мамочки. Большая мамочка должна быть защищена. И мы должны сожрать мух всех. Все, мух сожрали, да? Молодцы. Сидим у мамки. Я думаю, что ребята этих гадов примут. Пока, по крайней мере, принимают неплохо. Сейчас уже подходит время к пауканам, я думаю. Уже почти 1000 еды, замечательно. Может быть, победим, может быть, победим. Ну где пауки-то? Че он как долго телится-то, козел? Давай уже ты... О, пошли пауки, все, отводим пацанов. Отходим, ребята. Давайте, давайте, ползите сюда. А теперь мочите их. Главное, чтобы мамка выжила. Вы там держитесь, скоро придем на помощь. Сначала с пауками разберемся. Отлично, рабочие танкуют. Наши дальнобойные убивают пауканов. Я думаю, что прокатит. Да знаю, я знаю, заткнись. Так, ребята, стоим, стоим. Сейчас он подойдет сюда. Вот-вот, подходит, давай. Куда ты убежал, падла? Еды еще до хрена. Во, пошла жара. Давайте, давайте. И теперь идем на помощь к нашим. Всех пауков завалили. Еда есть, все есть. Наши, вот это я понимаю, Flawless Victory практически... Ой, товарищи, это было непросто, я вам скажу. Это была серьезнейшая атака на нашу колонию. Да-да, победа за Фармика Рептер. А я уже Фармика Рептер, да? И что тут происходит? О, да, наша колония превосходно справилась с Руф. Только что они побороли целых 40 муравьев. 40? Мне кажется, пока хватит. Иначе это станет слишком большим стрессом для них. Полностью согласен. В смысле 40 муравьев? Ты, падла, мне 400 их, наверное, отправил, если не больше. Козел. Ладно, берем молочко, да, да, молочко берем. И нажимаем продолжить. На поверхность формикария упали зерна еды. Давайте, ребята, все, вот вы сюда, давайте-ка еды. О, смотрите, что происходит. Продолжим наблюдать за формикарием. Эксперименты пока стоит остановить. Я поняла, пока хватит экспериментов. Я могу попросить себе вот это, да? Оу. И ее сразу скушали, да? Новый боец выходит на арену. То есть, а теперь начинается просто... О, смотрите, ползет, ползет. То есть, сейчас просто песочница пошла. Я могу теперь делать что угодно в своем формикарии, да? Вызывать себе любых говнюков, сколько хочу жрать. Но меня это не особо не интересует. Я также могу качнуться. У меня есть 140 молочка. Это что такое? Деформация. Дальнейшие атаки против пораженного противника будут причинять ему на 40 больше урона на протяжении полутора секунд. Коррозия. О, это хочу.
Конечно, тут можно развлекаться бесконечно. Нас в первую очередь интересует переселение колоний. Поэтому нажимаем и... Конкурирующая колония прибыла. Нужно начать подготовку к финальному эксперименту. В смысле? После этого нужно утилизировать образцы и завершить проект. В смысле? Чё, а? Мы опять будем сражаться, что ли? Пора начинать. Да-да, я умею пользоваться совком. Вот и выгреби себя, ублюдок. Победа! Ага, я понял. 300 маточного молочка мы получили, достижений у нас нету, и мы нажимаем переселение колонию. И теперь кто-то убирает говно за котом. Что-то говорит, ты слышал, это мой финальный эксперимент. Какой-то безумец, реально. Ой, куда это я? Так, ребята. Вот, говорит, ваш новый дом, растите быстро, мои маленькие муравьи. Какое-то говном заляпанное, не знаю, выход. Давайте, выходите. Карта будет, не? О, спасибо. Пока меню не нажал, карта не появилась. Так, ладно. Вот наш новый дом. Ух ты, какая пирамидка. Ух ты, какие цветочки. Ух ты, какое стекло. Я понял. Мы теперь, короче, живем здесь. Тут у него какие-то бумажки. И еды у нас нету, да? Серьезно, у меня 3 муравья, падла. Ты такая. Ну, хотя бы эти самые остались. У нас есть всего 20 клеток. И у нас нет еды. О, смотрите, какая лютая хрень. У нас, в общем-то, остались все остальные исследования, эти вот испытания. И у нас появились новые. Сбор урожая, фронт. То есть мы можем, в принципе, выходить уже в листорезов. Вот они, пожалуйста, здравствуйте. Листорезы. Солдаты листорезы. А это кто такие оглушающие солдаты муравьи листорезы? Это интересно. А это отвлекающие солдаты. Улучшенные до 3 уровня солдаты при низком здоровье получают бонус к защите. Нет, мне нравятся вот эти оглушающие пацаны. Я, наверное, их качну, да? 150 маточного. Берем. Не берем. Почему нельзя? Наверное, мамку надо прокачать, да? Нет, я сразу могу качать, смотрите. Оглушающих. Бах, вот так вот. И все. И сразу им... Нет, вот так, и вот так. И у меня они теперь есть. Но при этом мы же не умеем в них играть, да? Второе дыхание, королевские стражи, королевский указ. А, простите, можно мне мамочку? Мамочку, можно мне, нет? Короче, у нас появились теперь муравьи-листорезы, но при этом экономика все еще тех старых муравьев. Это интересно. А еще интересно... Чё мне делать-то? У меня ни еды, ни хрена. Чё, сразу в испытание ползти, что ли? Ну, это такое себе. Давайте сразу заложим ясли. У меня еще есть 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Вот какие-то такие ясли у нас будут. И, наверное, нам пора топать в испытание, полагаю. Сейчас они докопают, и мы пойдем. Да, полностью пойдем. Давайте, докусывайте. Чё-то он еды, падла, не кладет мне, ублюдок, мать его. Так, значит, 3-1, сбор урожая, погнали. Выберите сложность, выбрали. Мы хотим оглушающих солдатов. И вот это все тоже хотим, поехали. О, какие страшные ублюдки. Они мне нравятся. О, да. А вот теперь понеслось. Копаем сюда. Эта молодая королева успешно вырастила своих первых дочерей под покровом отмершей растительности тропического леса. Запас питательных грибов, которыми она кормила личинок, истощился. Чтобы не умереть от голода, им нужно добыть еще еды. Перди. Сочные личинки неподалеку занимают важное место в рационе многих подземных охотников, но пока муравьи не будут их трогать. Ну, естественно, мы жрем грибы. Есть лишь один источник пищи, подходящий этой молодой колонии, и найти его можно на поверхности. Еда. Так, ну тут достаточно много еды, кстати. Даже небольшая группа рабочих разведчиков может принести смертельно опасность обитателям жутко назад в гнездо. Короче, понятно. Что мы должны делать? Мы должны сначала выкопать себе еду. Вот здесь где-нибудь будем ее расти. Давай, выкапывай, ребята, давайте назад, домой. У нас есть 90 пищи, и мы, наверное, сейчас будем сначала делать рабочих, которые будут таскать пищу, потом будем делать фуражников. Фуражиров, простите, я вообще-то все время их фуражниками называю. Ну вы где там, я не пойму, что вы там делаете так долго? Придурки, куда они поперлись, а? А это, может, не мои? Это, может, не мои? Может, мои вот эти? Мои. Черт подери, серьезно? Вот это я копнул себе ясельки. Давайте, кусайте, ребята. Она какая-то красная, интересная. Все съели.
Несмотря на разделяющие их миллионы лет эволюции, они сохранили много общих черт. Зверский аппетит. Это вот единственная черта, которая у нас сохранилась. Итак, мы делаем здесь ясли рабочих. И нам еще надо будет сделать где-то тут... Нет, черт, здесь я не хочу копать. Нам надо сделать выгребную яму где-то здесь. Как-то так. Вот где-то тут у нас будет выгребная яма. Сразу сюда ее закладываем. И нам еще надо, естественно, хранилище еды, которое будет у нас на входе. А или не на входе стоять. У нас же носят маленькие мурашки еду, правильно? Поэтому ее, наверное, лучше... Нет, не тут. Ой, как много возможностей, как мало... Может, тут? Давайте тут, да. Я вот так вот сейчас копну здесь. Такой проходик небольшой. И мы будем здесь хранить еду. Они же будут у нас ясельки. Вот какое-то такое количество на первое время сойдет. Начинаем делать рабочих муравьев. Так, ну-ка пошли. Мы вообще какого цвета-то? Мы какие-то желтые. Такой колонии тут нет. Да, поэтому давайте отправляемся на волю. Сейчас будем искать там еду. Походу, вот это моя, да? Нет, это не мои там муравьи выходят. Да, вот мои муравьи вышли. Пацаны, впереди. Рабочие обнаружили участок земли с молодыми саженцами. То, что они искали. Листья молодых деревьев мягкие. Их можно легко разрезать и быстро транспортировать в гнездо. Что мы, собственно, и собираемся делать в ближайшее время. Так, у нас тут есть один рабочий. Молодец. Вот он делает, собственно, нам... Ой, что-то говнеца у них, прям говнеца. Я понял, ребята, сейчас сделаем. Муравьи не едят собранные листья. Вместо этого самые мелкие из рабочих перерабатывают их в удобрение для культивации питательных грибов. Я знаю. Я играл уже за них, да. Забирайте еду, пацаны. Мы можем хранить пока 80 листочков, но это только начало нашего пути. Кто-то там охренел от говняшек и позеленел. Так, делаем еду еще здесь, здесь, и, возможно, даже здесь, и здесь, и, возможно, даже здесь. А следующие у нас уже будут рабочие. Вот сюда. Давайте, производите мне грибы полностью. Потом будем делать фуражиров. Деятельность муравьев на поверхности не останется незамеченной. За ними следят. О, черт. Кто? Вот это падла? Смотрите, какая скотобаза напала. Они мощные, уходим. Листорезы не единственные муравьи в этом лесу. Пока две колонии Атта борются за территорию, к пролеску приближаются какие-то баури. Они охотятся поодиночке или небольшими группами, выискивая слабых беспозвоночных, которых они могут унести. Короче, мы поняли, у нас тут биология началась. Ботаника. Что у нас тут еще можно пожрать, а? Боже, это трава, трава, она везде, эта трава. Вот это охренеть, стрёмная падла. В наиболее легком доступе находятся те листья, что расположены возле входа в гнездо. Однако другая колония-то уже имеет планы на их счет. Вы мне еды, пожалуйста, принесите, ребята. Мне очень надо, чтобы делать больше муравьев. Так, у нас получается уже 4 рабочих сделано. Медленно, конечно, все это идет. Но это нормально. Листорезы, они медленные штуки. Вот, давайте копнем вниз, вот сюда еще немножко. Вот так вот как-то, чтобы не пересекаться с говнецом. И будем следить, чтобы наших листорезов не сожрали раньше времени. Вот тут еще чисто стало. Давайте, ребят, сюда теперь. Мультитаскинг в этой игре нужен просто какой-то чудовищный. Это уже 7 рабочих. Я думаю, что мы сделаем штук 10. Все остальные у нас будут фуражники. И, естественно, солдафоны. Солдафоны дорогущие, просто капец вообще. Все, на этом, наверное, хватит. Сколько там получается? 8-9. А, еще одного надо, да. Сорянчики. Вы не хотите покушать этот листочек? Да, конечно, с камерой что-то надо разрабом делать, потому что вот, ну, вот этот винегрет из листьев перед лицом, это, конечно, печаль. Может быть, дело в земле, конечно, еще. Она такая вся... Ой-ой-ой. Ребята, отходим. Нам это пока не надо, нам это пока не по карману, нам это вообще не хочется. Все, 10-й муравей был успешно заложен, теперь мы их меняем местами, вот так вот. И можно начинать копать ясли для фуражиров. Причем, я думаю, что мы их будем просто вокруг королевы напихивать, потому что они ж как бы околокоролевные пацаны, поэтому жить они будут у нас здесь. 80 пищи стоит эта задница, дорогая, нахрен. Но это не беда, мы справимся. Вон они, видите, выращивают даже у рабочих свои грибочки. Нам нужны фуражиры. Ой, божечки мои, помогаем
Да-да-да-да-да, вижу-вижу. Это все реалистичный режимчик. Ребята, помогаем. Ну что тупить-то? Узковато тут, конечно, согласен. Но они, по идее, должны их сожрать. Наших-то как бы побольше будет. Они с одной-то быстро справились. Тут, правда, три. Но все равно, одну вот сейчас вынесут, уже будет гораздо легче сражаться. Так, а я пока на фуражирочка вот сюда прикреплю. А? Что там он? Он же вроде 70-80, что ли, стоил. Ух ты какой. Так, эти сюда идут, а эти пацаны идут сюда. Все, всех убили, молодцы. Фуражира мне дайте. А пока не дадут они, да, листочки кончились. Вот этот куст, смотрите, какой классный. Ну-ка, сожрите его. Когда солнце скрывается за горизонтом, и густой полог тропического леса пропускает лишь блики тусклого лунного света, ночные хищники покидают свое убежище. Мамочки. Сейчас нас будут, наверное, бить и, возможно, ногами. Принесите мне листочки, пацаны. Ну, пока вроде никто... ух ты какой паукан. Паукан длиннолапый. Вот этот надо куст съесть потихонечку, пусть он там потом прорастает. Давайте, ребятки, еда нужна мне прямо сейчас. И фуражиры мне нужны тоже прямо сейчас. То есть, ну да. Что-то я их раньше фуражниками гличил. Есть один пацан, выращиватель. И мы его сразу добавляем к ребятам, которые ходят за едой. Он такой большой, такой опасный. И, возможно, даже когда его увидят противники, они обделаются от страха. И мы даем ему браться сюда вот сейчас, вот когда-нибудь, где-нибудь, как-нибудь. Ну че вы там с едой-то? Вон листочек есть. Он пошел, наш пацан, видите, какой толстенький. Упитанный муравьишка. Все, походу, сожрали, да? Нет, еще кусают. Да, еще кусают. Вот они лезут по нему. Значит, еда еще есть. Надо еще 80 накопить и, наверное, послать их вот сюда. Давайте, фуражирочка, мне еще одного подкиньте. Да, развитие за эту цивилизацию идет весьма медленно, но это ничего. Он два принес с собой, нифига. Понятно, почему они такие дорогущие. Выращивайте мне новых ребят. Вроде хищников у нас мало, поэтому можно особо не переживать. И сражаться мы будем тоже с листорезами, я полагаю, да? Соберите больше листьев, чем ваш противник. Вы собрали 500 из 10 тысяч, противник 1600. Охренеть вообще, вот это он, конечно, дает. А, то есть и кто первый соберет, тот и победил, что ли? Это неожиданный поворот. Можем не успеть таким образом-то. Мне нужен еще один фуражир, давай. Спасибо. И теперь мы должны прокачивать эти клетки, потому что нам очень хочется, чтобы еды там хранилось больше. Давайте, ребятки, прокачивайте их. Так, вот это еще две можно взять. И пока что хватит. Пока что ждем. Вот еще сюда можно сходить, ребята. Там что-то отросло. Здесь вы уже все сожрали. А, нет, еще не сожрали. Так, ходим сюда пока что, да. Может быть, пока есть смысл туда и рабочих отправить, остальных. Пускай чем больше муравьев, тем больше еды. К нам кто-то подходит. О, паукан. Он маленький, да? Маленький, милый паучок. Дай мне сеточки, клочок. Режьте ваши листья, граждане муравьи, режьте их. Не стесняйтесь. Вот у нас еще на одного хватает теперь. Да? Да? Пожалуйста. И вот, ну давай же, расти. Спасибо. Надо говнецо тоже качать скоро. У нас уже, видите... Больше половины занято. Это меня прям чудовищно не устраивает. Ой, сколько еды притащили. Вот это мы сейчас, конечно, заработаем. Вот это мы молодцы. Еще один фуражирик в заказе. Жирик-фуражирик. Что там есть, что жрать-то еще? Нормально, пока едят. Продолжайте кушание. Продолжайте, ребята. Ща будет еще один фуражирик. Ой, сколько говна-то. Смотрите, уже 70 из 100. Вот это жесть. Ладно, сейчас еще одного закажу, будем увеличивать количество кокулек. Может быть, даже качать начнем. Они там будут сейчас хп терять, блин. Вот это тут конечно, надо скорость... А, скорость нельзя качать на говне, да? Прикольно. А зачем тогда эта прокачка нужна, непонятно. Видимо, когда-нибудь, но не сегодня. Ну, еще один фуражирик вылупился. Ну, что там, ребята, они все съели? Молодцы какие. Кушайте, кушайте. Вот тут еще есть листочки, кстати. Они что-то на них не обращали внимания. Они жрут только вот этот большой куст. Единственная проблема, что им приходится заползать аж на самый верх, и это печалит, конечно, меня немножечко. Ну, а зато прикольно. Смотрите, они используют рабочие места,
для выращивания там грибов. То есть они могут и там расти. Я думал, они только у фуражиров могут. Они, оказывается, и у рабочих спокойненько растут. Что не может не радовать, на самом деле. У нас уже 7 фуражиров сейчас будет. Я думаю, дойдем до 10 или до 15 и начнем производство солдат, потому что противник уже собрал 2500, а мы только 1000. Хотя я даже не знаю, солдаты-то мне вообще помогут в этом нелегком деле или нет. Боже, сколько говна с вас сыпется. Давайте, ребята, еще. Ужас какой! Они, наверное, еще и подохнут сейчас теперь с этого вот... как это? Отравляющего вещества. Единственная возможность, как можно вот этим придуркам запретить собирать листья, это прийти и надрать им жопу днем, когда хищники все улягутся спать, и мы такие возьмем, там, не знаю, 5 солдат, например, если они, конечно, у нас к этому времени появятся, придем, надерем им жопу, а наши будут в это время собирать листочки. Я думаю, что это единственное правильное решение. Даже путь, наверное, даже вот, а не просто решение. О, листочков там просто дохрена. Фуражиры приносят реально дофига их. По идее, они должны приносить в 3 раза больше, чем обычные рабочие, раз уж они стоят в 3 раза больше, да? Но я их делаю еще потому, что они ведь сильные, народ. Серьезные такие пацаны. И мы, по-моему, сейчас уже тут сожрем, да? Обголодали. Не на шутку. И у нас уже 11 фуражников. Пришел рассвет, и ночные существа суетливо разбегаются по своим темным расщелинам. Правильно, забирайте свои расщелины, вы нам тут нахрен не нужны. Что там по говну у нас? О, по говну все плохо. Качаем, как им? Туалеты качаем им, туалетики. Так, еще 3 фуражира, и можно начинать строить солдафонов, я полагаю. У вас недостаточно пищи. Да все у меня достаточно, ты орешь-то сразу. Ой, кто-то подходит к нам, смотрите, паукан. Опасная ситуация, да? Может быть, сходить пока... Блин, тут уже жрать-то нечего, все реально съели. Уже вот видите, начали дальний куст обгладывать. Это значит, что скоро нам придется выдвигаться куда-то вглубь. И это будет крайне опасно, потому что вот нас тут встречает. Это вот непонятно, кто это такой. Страшный до чертей и быстрый. Ну, в общем, фуражников у нас получается уже вот 15. И теперь мы можем, в принципе, создавать уже боевых муравьев, солдафонов. Я думаю, что мы их будем создавать где-то вот тут вот. Сейчас я тут почищу. А, вот так, наверное, да. А то мало ли кто-то к нам спустится, будет очень обидно. Давайте, ребят, вы... Ой. А, ну, короче, я нормально, я говно себе сделал, можно это убирать. Молодец. Молодец, да. Солдафон номер 1 появляется у нас вот здесь, я полагаю. Добро пожаловать в колонию, друг. И мы будем продолжать прокачивать им кокули, потому что, смотрите, с кокулями у нас серьезные проблемы. Солдафон идет во вторую группу, и он не собирает пищу, потому что мы его нахрен... У нас для этого есть другие муравьи, крутые, едособирательные. О, еще на одного накопили. Фига вы быстрые, ребята. Эй, ну что там? Так, вот эта скотобаза ползает. А сколько у него хп вот? Короче, мало кто может выстоять против него в схватке и уйти невредимым. Это прирожденный воин хорошо прислужит своей колонии. Ну, естественно, естественно. Тут у нас вот еда уже кончается. Это вот плохо. А здесь еще тоже не выросло нифига. Поэтому мы, наверное, отправляемся сюда, вглубь леса. И, возможно, даже кидаем к ним этих самых. Ой, ну класс, это я молодец, послал его в говнецо-то. У нас уже 3 солдата, господа, 3. Это больше, чем 0 на 3. Вон, какой-то богомол на нас напал, смотрите. Сейчас ты выхватишь. Вот так вот. Один из муравьев попал за ловушку, замаскировавшись под, короче, его длинные острые, как бритва, передние ножки. Молниеносно ранят и схватывают оказавшегося в его досягаемости жертву. О, какие опасные падлы. Так, ну чё? Я думаю, что когда у нас будет 5 солдат, мы пойдем и надерем вот этим задницу с синий хвост им. А пока жрем. Жрем как не в себя. Вон, солдаты тоже таскают. Этот что-то опуканный немножко. Надеюсь, ты поправишься, дружище. А то на тебя еды не напасешься. И можно еще одного сейчас будет заложить. Еды у нас прям дофига. Можно ее покачать сейчас будет даже, я думаю. Кто-то у нас тут рядом бегает. Вон эти черные крокатицы. Я помню, когда мы с ними сражались, они меня чуть не вынесли. Это было крайне опасно и неудобно. Вон мелкоты сколько, посмотрите на это. Толпа просто. Откуда вы только взялись, только такое количество? Качнем немного еды. И, наверное, вот так вот мы ее сейчас расширим.
потому что еда нам очень нужна. Я, по-моему, поставил метку, да, второй группы сюда. Но это нормально, это бывает. И у нас есть еще один солдат. И, в общем-то, в принципе, можем, наверное, попросить наших солдафонов подойти и немножечко, так сказать, пообщаться с товарищами из соседней колонии. Пойдем и, так сказать, наладим с ними дипломатические отношения. Будем считать, что это наши послы. Вот один пришел. Мальчик Козлов. А он что-то слабее. Ты кого-нибудь кусать-то будешь, нет? Они урона не получают почему-то. А, вот он кого-то куснул, я видел, там урон был. Ну ладно, я попробовал просто, что вы сразу начинаете. Не думаю, пока не собираем, сейчас соберемся толпой. Это фуражники его так быстро закусали, нифига себе. Солдат, ты меня расстроил. Так же, как, я не знаю, Жан-Клод Ван Дам, который уже давно не снимается в нормальных фильмах. Угу, я понял. Значит, солдат, ты хочешь, чтобы у меня было больше. Я могу с фуражниками прийти, мне вообще, с фуражирами в смысле. Мне как бы не принципиально. Тут не отросло еще пока, нет? Жаль, жаль. Мы тут, по-моему, уже почти все сожрали. Вот давайте еще вот здесь покушаем. Солдафоны у нас собрались. Их, естественно, надо будет качать. Мы сейчас просто формируем отряд из 10 солдат. И когда их будет уже, в общем-то, 10, можно будет начинать их прокачивать. Но по идее, вот это кусок, вот этот маленький кусок гадов, они должны победить. Смотрите, у меня 7 солдат. Давайте посмотрим, ну... Атакуйте! Оглушили, покусали, убили. А чё, ладно, оглушили, покусали, замочили. Молодцы, молодцы, ребята. Вот так и надо. Все, мы сейчас тут победим, я полагаю. Хоть мы еще и первого уровня. Но это все мелочи жизни. У нас только один погиб, да? Даже не погиб. Вражеская колония отступает, покидая точку сбора листьев. В этот раз их удалось спугнуть, но вскоре они вернутся с подкреплением. Ничего страшного. У нас все под контролем. Мы продолжаем увеличивать количество солдат. И скоро начнем их качать. Если бы вы еще могли быстро лечиться, цены бы вам, пацаны, не было. Но зато, смотрите, у нас уже 3500, у них 4600. Все пока хорошо идет. Мы уже на полпути к победе, я надеюсь. Единственное, у нас опять с какулями серьезные проблемы. Я уже устал, честно говоря, качать эти унитазы. Их тут местные. Но никуда ж не деться. Вот видите, как быстро умирает муравей, который идет прокачать все это безобразие. Я надеюсь, мы справимся. Ну что, пацаны, дадим им еще по жопам? Ну-ка, подходим сюда. Сейчас мы их прям тут перекроем, и ничего они сделать не смогут. Давайте. Хрен вам теперь, а не листочки. Да, battle has begun. А это кто? А-а-а! Домой! Срочно домой! Пацаны, сюда. Все, нас съели, считайте. Посмотрите, сколько у них... Ой, да, это беда. Это мой косяк. Даже вот спорить не буду. Короче, да, вот мы их теряем. Они тут же вылупляются. Собираемся тут. Будем защищать нашу точку сбора, которая, кстати говоря, уже кончилась. Так, вот тут что-то есть. Пошли сюда. Кто где пошел, да? Фига у них. Ну, они просто наломились толпой с фуражирами с этими. Ничего страшного. Давайте-ка... Ничего не будем делать. Будем есть листья пока что. Да. Что у нас там? 14 еды всего есть. Но это потому, что мы пошли в новое место. Ребята, давайте, короче, помогайте тоже. Жрите, приносите. Я их пока все сюда вставлю. Вторая группа у нас будет боевая. Вот тут еще что-то осталось, но они что-то, по-моему, не едят это особо. И вот здесь еще маленькая такая кучка. Итак, у них раз, два, три солдата, да? 4 солдата. И больше у них вроде бы как солдат нет. Просто они так хорошо наломились с фуражирами, что мне показалось, что там солдат хреново гора. А там, оказывается-то, нет, не хреново гора. Все хорошо у нас там будет. Вот, смотрите, сколько еды несут мои пацаны. Так, нам остается один боевой муравей, и мы начинаем качать нашу гвардию. Давайте 100, мне 50 хочу. Есть такое дело. У нас 10 солдат теперь. Прекрасно. Чего они там жрут, мне интересно? Вот они что жрут. А мы можем сходить вот сюда покушать, если что, да? Но лучше, конечно, их вынести. И покушать их еду. Без палева так. Ты как так получилось? Почему-то у меня один солдат перешел... А, это не солдат, это фуражир. Солнце село и под покровом, понимаю, что там под покровом у вас происходит обычно. Вот давайте теперь сюда пойдем. Начинаем качалово.
наших боевых пацанов. И сейчас у них будут серьезные проблемы, я вам скажу. Кто там? А, ясно, кого-то сожрали. Это нормально в нашем мире, в мире муравьев. Еще кто-то? Вон еще какая-то скотина к нам приползла. Смотрите, какой красивый. Я даже не знаю, что это, но он... ну, он силен. Ребята, спасибо, что оглушили его. Теперь кусайте. Еще одна сильная гадина пришла к нам. Ребята, дайте пожрать-то. Че вы бесите? Все, быстро всем жрать. Вон у этих тоже проблема, смотрите. Сражаются. Так, по идее, мы отстаем уже не сильно. Ну, на 1000, в общем-то, да. Я бы не сказал, что это прям не сильно, но... ощутимо, ощутимо. Можно сейчас будет еще одного пацана качнуть. Давай. Вот так вот. Надеюсь, вы теперь хоть жить подольше будете. Кто тут подходит? Опять-то каракатица. И тут кто-то пол. Ну, это паукан. Я думаю, что паукана-то мы сожрем быстро. В гнездо проникли? Что? Как они сюда попали так быстро, непонятно, но мы возвращаемся домой срочно. И длинные тонкие ножки держат у земли. А, ну все, мы, короче, всех сожрали. И теперь мы идем сюда. Да-да-да-да-да, я понял. Ребята, кушать подано, давайте, развлекайтесь. Ужас какой, да? Это вам нахрен. Да, кого бы качнуть-то, слушайте. Давайте этого качнем, потом у нас угловой пойдет, и он перекинет очко сюда. В общем, да, все будет хорошо. Так, теперь идем сюда, ребята. Тут тоже что-то есть, можно покушать. Как только вас выдерживает этот вес. Сейчас они за один приход его сожрут, этот куст. И у нас, получается, тут еды уже больше как бы-то и нет. Вот, тут еще бревно, не видно ни хрена из-за бревна. Где у них тут подъем? Вот рампа. И вот они типа сюда поперлись. Вот такой кузнечик сидит маленький, смотрите, какой прикольный. Даже не один. И мы, наверное, будем сейчас кушать здесь. Поэтому, да, пацаны, в перде. А я пока продолжу вас качать полностью. Вот этого хочу теперь прокачать я. Или, наверное, вот этого даже лучше, да. Вообще, в идеале, надо будет и фуражиров тоже прокачать. И тогда у нас будет... ой, паукан. Паукан, ребята, вы его убьете, да? Он оглушил двоих сразу. Фига, читер гребаный. А вот теперь ответочку лови. Мы там... я не пойму, побеждал. Во, пошло, пошло. Еще один вышел. А, это он же. Простите, да. Не в силах одолеть защитников муравейника, сенокосец решает умереть. Да, именно это он и решил. Кого-то еще сажает. А, моего малыша. Ну, это нормально. Так, качалово продолжается у нас. 110 еды. Что-то мало, блин, ребята. Приносите мне больше листочков. Кандалов да цепочков. Мелкота. Давайте носите активнее, чего вы меня бесите? Не получается пока никого до третьего уровня качнуть, потому что у меня достаточно кучненько тут солдаты сделаны. Но это не беда. Беда ждет моего оппонента. Он так рассредоточился, что, может быть, я пойду и надеру ему жопу? Но чуть попозже, да, у него тут слишком много ночных этих созданий, которые мне помешают. Так, получается, я прокачал все ячейки. Да, вот сейчас одна 12-я будет. Наконец-то 3-го уровня военный человек, муравей, произойдет. Я думаю, потом мы начнем качать фуражиров активненько. Я не думаю, что есть смысл создавать сейчас новые ясли. Вот. А, я перепутал. Прикольно. Да, ну-ка давай, вот тебя. Вот тебя мы... опачки. Удалите. А я думаю, откуда он там взялся? Ой, еда из него выпала, клево. Мы хотим вот так. Не, мы не хотим, нам пока хватит. Качаемся. 12-й боевой муравей подходит к нам. И больше никто с 12-м не будет, кстати. Прикольно, прикольно. То есть нам нужна еще одна клетка вот здесь, и тогда все произойдет. Или вот здесь две клетки. Ладно, фуражиков покачаем немножко пока. Они все-таки тоже солдафоны, правильно? Правильно. О, нифига у вас тут сборище хищников. Вот эти гады. 6700 они уже наковыряли, а мы 5500. Опаздываем, граждане муравьи. Давайте скорее копайте. Это чисто экономическая сейчас у нас история идет. Хе, прикольно. И говно опять вверх тоже идет вместе с нашей историей. Ну давай. А, опять эти мелкие заразы. Ну они особо больших проблем-то нам уже как бы не составят. У нас вояки-то 2-го уровня почти все. И теперь вы там покопали. Давайте кокулечки вот так вот делаем. И качаем фуражирщиков. Они, кстати говоря, здесь, видите, нарисованы с мечом. То есть эти защитники, эти нападающие. Вот так вот. Поэтому нас так быстро и сожрали в прошлый раз. Надо было с фуражирами идти. И сейчас, как только наступит утро, я наломлюсь на него. Можно к нему, кстати, проникнуть? Можно к нему проникнуть, ребята. Ну, так ему тогда вообще до свидос.
Я думаю, по крайней мере, так. Давайте, может, сделаем солдат тоже 15, а? Вот еще будет один сейчас. Там-то еда кончается. Это меня сильно раздражает. Мы поставим метку вот сюда. Пускай идут жрать туда. Здесь уже почти все скушали. Так, нас опять кто-то пытается сожрать. Он что-то отвалился моментально. Пробужденные солнечным светом дневные проходят на смену ночным хищникам. Ну, понятно, да. Понятно. Короче, значит, мы делаем какую хрень. Мы перекидываем в эту группу всех боевых пацанов. К нам кто-то идет. Так, всем сюда. Всем сюда, ребята. На нас совершается нападение. Так, я понял тебя. Назад. Мы там уже потеряли всех, понятное дело. Собираемся. Сейчас вот этого еще сожрите, а то он тут бесит. Пестро окрашенный паук-скакун умертвил одного из рабочих. И мы умертвили его. Че, любите листочки хавать, да? Сейчас вы отхватите у меня. Мочите их, ребята, мочите. Ну, короче, замочили. А мы продолжаем делать замечательных боевых муравьев. Во-во-во, идут. Пошли в атаку, пацаны. Вот этих вот надо вынести. Вот оно, сражение. Мы их просто растоптали нафиг. Давайте подходим. Время пришло кому-то отхватывать. Вот теперь ты охренеет моей армии, говнюк. Мы будем собирать еду здесь. Или подожди-ка. Ну-ка пойдем, пока они там рубятся. Листорезы взяли под контроль критически важную точку сбора листьев. Да где хоть они взяли-то? Мы взяли под контроль все. Ох, хорошо, он ему накидывает, посмотрите, а? Тогда понимаю, солдафон. Вот это вот хорошая такая точка. И вот это хорошая точка. Какую быстрее-то будем есть? О, да, беда. Знаете, как можно сделать? Можно сделать... Пойти вниз, рабочих перекинуть сюда. Даже, наверное, вот сюда. Эти ребята пищу не собирают. Эти ребята не дерутся, но пищу собирают. И идут они вот сюда. Вперед, атакуем. Давайте. Атакуйте их, этих гадов. Вон они идут. О, вот сейчас будет бойня. Я в вас верю, пацаны. Вы справитесь. Вы нахрен почти третьего уровня. Непонятно пока, кто побеждает, но их вроде больше. Да, мы, по-моему, проигрываем. Определенно, точно. А вы где были, простите? А че вы отступили, сыкуны, э? Так, стоим тут. Сейчас у меня подойдет остальной приплод. Рабочие пока собирают еду без палева. Мы, наверное, им добавим вот этих пацанов. Будет 17 рабочих. Я все равно им там дома делать-то особо нечего. Еду и говняшки носят другие пацаны. А мы, в свою очередь, вот здесь должны их взять. Перекрыть им доступ к еде. Вот это мой план. Да, мы будем стратегически мыслить. Подходим к этой рампе. И больше они тут еду не собирают. Вот так вот. К северо-востоку от гнезда листорезы вступили в бой. Да я вижу, все нормально. Это был наш план. Вот, хорошо, они их съедают. Видите, и листья те не приносят. Замечательно. Территория к северо-востоку от колонии теперь чиста от враждебных муравьев. Сбор листьев можно продолжать в безопасности. Естественно. И мы их вот так вот здесь встречаем, наверху. И можно даже наших рабочих послать вот сюда. Кстати, им будет ближе ходить. Все, встаем. Подходим сюда. И просто встречаем их и давим здесь. Вот это план, вот это по мне. Ага, выползли, смотрите. Но мы вроде нормально держимся здесь, да? И они отходят уже, сразу отступают. Идеальное решение было. Просто лучшее в своем роде. Все, теперь они не поедят, это точно. Гребаный богомол тут что-то пихается. Блин, тут еще паукан этот сраный. Ладно, я понял. Давайте идите сюда. Ребят, подойдите поближе. Ты че, вы как не свои? Ой, а их, по-моему, больше. И они что-то вроде даже побеждать начинают. Ой, идиоты пришли снизу. На мои идиоты. Короче, у нас армию только что слили, господа. Поздравляйте меня. Там 3 человечка остались, муравейника. Муравишка. А не 3, побольше. Вниз сюда перебегаем. Кто-то тут совсем подохренел, я смотрю, да? Вы жрете там, нет? Во, жрут. Замечательно. А мы тогда пойдем, наверное, тут пожрем. Да, собирать еду. Так, у нас 6400, у них 7800.
Будем собирать тоже здесь еду. Подкидываем рабочих. Всей толпой сейчас отсюда будем носить. Пока они там тупят. Давайте, мужики, под это самое. Давайте, подтягивайте поясочки, собирайте едушечку. Не тупим, не тупим. Вон они там выползли всей толпой. Наверное, их не стоит вообще убивать. Надо, стоит, наверное, просто собирать листья быстрее этих козлов. Но они вот видите, куда пошли? Туда вот. Это, конечно, печалит меня немножечко. О, господи, опять этот богомол долбанный пришел. Убить его уже нахрен. Мы довольно долго сидели без еды-то, кстати. Может быть, еще сделать фуражиров? Они вроде хорошо собирают-то ее. И мы тогда их, может быть, перемасим просто. 6500 у меня. У них, 7, у них уже 8000. 2000 осталось, и они все сделают. Да, это проблема. А мы должны еще при этом еду-то реализовывать. Она не просто считается. Она еще должна быть реализована. Да, тут еще вот по пути, когда встречаются эти уроды, которые жрут моих рабочих, тварь. Сейчас тебе будет, нахрен. Так, еда подъехала. Еду сразу считают, да? Да, еду сразу считают, когда сюда кладут. Понятно. Путь, конечно, не очень удобный. Через эти вот кучу рамп тут им тут залезать прям совсем неудобно. Но другого варианта у нас нет, граждане муравьи. Мы должны превозмогать. А я должен реализовывать еду. Поэтому вот, получите. Наверное, зря я убрал абсолютно всех со своей колонии. Но я надеюсь, что это даст свои плоды. Он кокульки понесли. Опять эти падлы, смотрите. Сейчас вас сожрут, идиоты. Листья не забудьте. Молодцы. Так, у них 8200, у нас 6800. Чё-то мы, по-моему, проигрываем, товарищи. Чё-то прям вот я так чувствую, что проигрываем. Здесь, наверное, ближе все-таки ходить получается им за едой. Но она... Её там мало. Вот, меня вот это больше смущает. А, эти козлы сюда пошли. Ну-ка, ребята... Теперь вы идете на новый маршрут. Давайте поставим двух вот этих ребят вот сюда. А боевые пацаны у нас вот будут во второй группе, которая тоже сюда пойдет и будет воевать. Боевую группу поправлю поближе, отправлю, вернее, к их этому муравейнику. Может быть, ну они очень быстро собирают. Прямо сумасшедшие. Я не знаю, как догонять, но их определенно точно надо догонять. Давайте, ребят, фуражиров надо больше. Они вон еще и вылупляться-то не успевают. 8 всего у меня. Когда вы умудрились сдохнуть, непонятно. Это что, говнюк? Ах ты гад. Так, понял. Муравьи не могут позволить себе расслабиться. Шестерни машины по переработке листьев не останавливаются даже на ночь. Ну, понятное дело. Вот мы, собственно, и делаем дело. Что у меня солдаты вообще не вылупляются. Наверное, потому что у меня никто не работает в колонии. Придется все-таки семерку отправить. Все, мы их откинули. Собираем еду дальше. Я могу так и не победить. У них 1000 всего осталось. О, божечки мои, понеслась. И тут кого-то бьют. Че, побеждаете, ребятки? Нам надо отстригнуть их от этого месторождения еды. Кто-то новенький заметил нас. Ой, всех рабочих меня сожрали. Вот гады. Ладно, рабочих тогда кидаем в группу с военными, иначе они так и будут отваливаться у меня. Давайте еще заползите ко мне туда. Мы взяли под контроль точку. Да господи боже, я так и знал, что они сюда придут. Ну их сожрут, я надеюсь, да? Вот, молодцы. Жалко, мы не плотоядные, было бы очень удобно. Так, у нас 7,5, у него 9300. Короче, я, походу, не успею, товарищи. Тут вот как ни крути, но мне не успеть тупо столько еды сожрать. Да, это интересное задание. Но в любом случае, я не оставлю попытки, значит, побеждать. Может быть, и правда было, есть смысл сделать еще кучу рабочих. Но вот у них в основном фуражники ходят. У них солдафоны не шарятся. 9500 у них уже, а у меня 7700. Ну, короче, я полагаю, мы идем ва-банк, да? Не собирать еду. Подходим сюда к рампе. И тут либо пан, либо пропал. Нужно перекрывать им вот эту артерию. Артерию. Это единственный шанс мне их тормознуть развитием. Потому что все остальное, они сжирают просто как саранча. Ребята, поторапливайтесь, а то мы сейчас в натуре всрём. Так, понеслась. И они сразу выпускают, смотрите, на новое месторождение пацанов. О, какие
хитрожопые. Запас листьев истощился, а ближайшие пастбища находятся под контролем враждебной колонии. А, ты, гнездо пришло в упад. Да ни хрена не пришло, что за бред вообще? Муравьи ослабли, ну понятно. В общем, господа, мы проиграли битву, но мы не позволим им выиграть войну. Спасибо за внимание, услышимся в следующей части, где я таких листорезов нагну своими листочками. По кусочке.